Смотрите, дальше пройдемся по каким еще моментам. Так, трешачок. Закроем трешачок. Первый экран. На первом экране будем несколько, опять же, всех Windows смотреть. Но все равно, как-никак, желателен заголовок. У кого-то есть, у кого-то нету. Академия Deluxe Music. Профессиональное обучение диджеингу и созданию музыки. Ой. Хорошо, ладно. Это я оставлю на закуску. Ремонт квартиры офисов по доступным ценам в городе Тольятти. Угу. Как перестать беспокоиться о дипломе и начать жить? Закажи диплом. Заголовок. Хорошо. Аренда фотокабины с ценой. Изготовление. Ну, плохо, ну ладно, тоже есть. Заказать аэрографию. Тоже есть, слава богу. Автономная канализация Эко-Грант под ключ за 12 часов. Супер. Срочный ремонт компьютеров, ноутбуков с бесплатным выездом. Антиколлекторы. Ну, очень длинные, конечно. Надо что-то сократить, но есть. Жалюзи в Челябинск, ладно, тоже есть. Цветы. Что цветы? Тоже непонятно. Заголовка тоже нет, к сожалению. Ну, естественно, должно быть что-то вроде самый покупаемый билет с бесплатной доставкой. Желательно поместить было выше. Я понимаю, что это относится к этим букетам. Тогда просто убрать картинку и оставить букеты тупо. Элитный алкоголь просто. Ну, тоже подойдет тематически. Отдых на море для всей семьи, автобусные туры. Надо было автобусные туры сделать с большими буквами, а отдых на море для всей семьи сделать меньшими буквами. По-хорошему, потому что у вас, скорее всего, реклама идет по запросам автобусные туры. То есть люди ищут автобусные туры, а не звездочки какие-то морские. Устанавливаем заборы из профнастила, сетки, рабицы с гарантией качества, сроков и качества. Ужас. Режет глаза очень сильно, но ладно, заголовок есть. Профессиональный стайлер. А вот еще лендинг, где ничего выделить нельзя. Профессиональный стайлер Babyliss Pro Perfect Curl в Екатеринбурге. Ну, хорошо, тоже есть. Портреты шаржа на заказ. Отлично. А ну, естественно, доставим топливо от 1 кубометра в течение 1 дня. Так, давайте еще какие-нибудь лендинги я... Открою из последних. Монопод оптом. Вот, кстати, оптом. Устройство промышленных полов. Ремонт уже был. Строительство церквей. Часовен, это что-то уж очень. Бижутерия, офисные кресла, кухонные гарнитуры. Ну, тоже устройство промышленных бетонных полимерных полов в Санкт-Петербурге. Ну, единственное, что всякие устройства – это перебор, а просто промышленные бетонные полимерные полы – то вполне достаточно, да и нужны полы-то по большей части. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Это мы закроем, скетч мы закроем. Ультрамодные монопоты оптом от производителя. Ну, тоже с ценами все, в принципе, прилично. И больше ничего нет. А нет, есть что-то еще даже. Вот, отлично. Итак, ну, разработка фирменного стиля и брендбука для крупного и среднего бизнеса. Ну, тоже подойдет. Студия дизайна Анны Ковалевой. Ребят, смотрите, если вы продаете услуги от своего имени, то я вам очень рекомендую поставить свою фотографию на первом экране. То есть Алла Ковалева, Дмитрий Ус. Дима, по-моему, Дима у нас тоже учился. То же самое с... А вот, Константин Синиченко, автор дипломных работ и аспирант. Вот просто поставьте себя на сайт и увидите, насколько конверсия увеличится. Так, дальше. С кабинами тоже все понятно. С первым экраном вроде бы разобрались.